Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Everyone knows it's ridiculous. Dies ist der Punkt, an dem müssen mal ganz deutlich das Vorhandensein eines Notwendigen. Oh, tengo 45, no me quito el daño como yo la flor en la tengo 45. It's way more complicated than that. Возникает накопленное раздражение. Der Fegelein war eine Drecksau. Alles, was ich so mir erlesen konnte, hat der nur hin und her geschoben und sich da so hochgeschleimt. Und es waren ja viele, aber der war eine ganz besondere. Und auch von den Deutschen sowas so kritisch zu zeigen, finde ich wirklich wichtig. Когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей. После первого укола, после первого три, температура была мне 38. На следующий день 37 с небольшим, ну все. Но после второй прививки тоже температура немного поднялась. Ну и все, сошло потом, я не очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. У каждого народа, так же как и у каждого человека, своя судьба. Go home to mommy. Let me weave you a verse, body and mind.